Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» снова приветствует вас. У нас в кузовном ремонте находится автомобиль Nissan Qashqai 2011 года выпуска с повреждениями задней левой части автомобиля. Видите, задний бампер. Есть царапины и вмятины на крыле. Ну, а также повреждения с передней правой стороны автомобиля. Также повреждено крыло, битая фара. Здесь сильная царапина. Автомобиль еще в процессе дефектовки. Ну и чуть позже мы вернемся и посмотрим, что у нас получается с ремонтом автомобиля. Nissan Qashqai в процессе высыхания. Мы занимались ремонтом заднего левого крыла. Были вмятины. Меняется еще переднее правое крыло. Итак, друзья, мы закончили кузовной ремонт автомобиля Nissan Qashqai. Напомню, был произведен ремонт заднего левого крыла, были вмятины сильные. А также на заднем бампере. Бампер был заменен и окрашен. Крыло ремонтировалось и тоже окрашивалось. Но также были повреждения в передней правой части автомобиля. Было заменено переднее крыло, блок фара. Бампер также был установлен новый. Ну, вы видите, все детали окрашены, попадание в цвет 100%. У нас есть своя лаборатория по подбору краски. На свою работу мы даем гарантию 3 года. Время мы потратили на ремонт около 3 дней, и сумма ремонта составила 31 300 рублей. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по кузовному ремонту автомобиля, звоните, мы всегда на связи, готовы вам помочь. Спасибо за внимание, берегите себя.